Вашему вниманию показательное выступление мастеров художественной гимнастики. Гала-концерт. Это такой заключительный аккорд всех турниров в этом великолепном виде спорта, в том числе и проходившего в Москве этапа Гран-при. С вами Татьяна Горбунова, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта и комментатор Елена Щербина. Добрый день, дорогие друзья. Наши золотые победительницы этапа Гран-при. Да, практически все девочки. Ты сейчас выступал на ковре. Уедут с медалями нашего московского чемпионата Гран-при. А это юная грация, Анна Голощапова. Да, это совсем еще маленькая девочка из Владимира. Но она, на наш взгляд, очень перспективная. И тоже решила поддержать эту тему балет. Все мы знаем, что наш вид спорта зарождался именно из этого вида искусства. И хотели показать как раз эту красоту. Да, Нюточка молодец. Очень хорошо выступила. А сейчас выйдет на ковер гимнастка, которая, несомненно, вызовет аплодисменты и любовь московской публики. Не менее теплой и горячей, чем у себя на родине в Корее, где она является очень популярной. Сон Ёнджи тоже выбрала тему балета. Она нам сообщила об этом заранее.
Мы хотим как раз-таки тоже подчеркнуть, что не только в России любят балет, но и в такой далекой стране, как Корея, и с каким удовольствием она это делает. При выборе музыкального сопровождения вообще темы показательного номера она сказала только балет. Постановщик номера Вероника Шаткова, Вероника Борисовна. Хореограф сборной России. Да. Спасибо, Сон Ёнджи, и поздравляем ее с завоеванной в упорной борьбе бронзовой медалью в упражнениях с булавами. Да, это безусловно успех. Художественная гимнастика – это единственный олимпийский вид спорта, рожденный на российской земле. Современная программа Олимпийских игр насчитывает более 50 видов спорта, но только один из них – именно художественная гимнастика, подарена миру России, а еще точнее Санкт-Петербургу. Специалистами кафедры гимнастики Ленинградского института физкультуры имени Лесовца. И сейчас из северной столицы воспитанницы Центра художественной гимнастики «Жемчужина» с показательным номером «Богатыри». Посмотрите, какие красавицы приехали к нам из Санкт-Петербурга. Все у нас зарождалось именно там. Это родина художественной гимнастики. И вот такие богатыри прибыли в нашу столицу. Пойдемся, друзья и братья, послали песни силу вашу, силу гордую, богатырскую. Воспитанницы Центра гимнастики «Жемчужина» в Санкт-Петербурге. Уже очень много деток там занимаются и показывают хорошие результаты. Thank you.
Очень красочный номер. Можно быть сильным, красивые ловким. Костюмы. Полностью передают этот образ. Победы. А что нужно для побед знают? Лучше всего знают члены сборной России. Ну, я думаю, что гимнастики. Этот и номер навеян просмотром фильма с одноименным названием «Стиляги». Да, совершенно верно. Спортсмен? Да. Третий взрослый. Здесь надо сильнее, быстрее, выше. Здесь нужен драйв, энергия. До сюда. Хочется сказать, что для побед нам, конечно, нужны и данные гимнастические, и сила духа, и сила воли. Но чтобы победить триумфом с таким вот именно... Так, чтобы это было... С блеском? Да, с блеском. Чтобы по-настоящему красивая победа была. Нужен именно драйв. Именно такая энергия, которую нам сейчас показывают наши девочки. В этом номере задействованы спортсменки со всей России. После первенства России Ирина Александровна отобрала некоторых деток. И вот они сейчас нам представляют эту композицию. Да, спасибо за созданное настроение. А постановщик номера – это наш творец Ирина Дзюба. Еще составила такой потрясающий номер. Еще нашего турнира Наталья Булычева, Россия. Участница наших соревнований Наталья Булычева изъявила желание показать. Ну и потому что все гимнастки с особым удовольствием участвуют в показательных выступлениях, когда на них не давит груз ответственности, когда судьи не оценивают их, и они тогда раскрываются в полной мере. Вот, наверное, так же, как Наталья Булычева. Финансы!
как встречают аплодисментами Наталью Булычеву. Наша красавица, когда у нее спросила, что же ты хочешь сделать в показательном номере, она говорит, я просто хочу потанцевать. Прекрасно. Турнир Гран-при в Москве уже который год открывает не только сезон художественной гимнастики, но и начало весны характеризует собой, потому что обычно он бывает в начале марта. Ну, поэтому весенние мотивы. Пары любви, цветения, да, будут соответствовать не один номер этого показательного гала-концерта. Да, и наши самые маленькие детки хотят нам рассказать как раз об этом чудесном времени года, весне. Свидание на клумбе, так они назвали свой очень здорово номер. И гусенички, и бабочки. Это и цветочки распускаются. На переднем плане три года исполнилось. Да, 3 года. Самые-самые юные воспитанницы Центра олимпийской подготовки Ирина Александровна Винорусмановой тренируются с большим удовольствием, ходят на все тренировки, на все репетиции приходили. Я думаю, даже гимнастических тапочек на их ножки еще не сделали. Да, это точно. На них специально отшивают. Сейчас члены сборной команды России, сестры Дина и Арина Аверины, победительница нашего международного турнира Юлия Бравикова сейчас в центре внимания. Главная пчелка в этом номере. Бабочки летают. Полина Шматко, воспитанница Центра олимпийской подготовки. Все уже пчелки полетели вслед за Юлией. Я думаю, что массовость этого номера свидетельствует о том, как популярна и как востребована художественная гимнастика в нашей стране. И дай бог, чтобы эти девочки достигли своих высот в этом прекрасном виде спорта. Юниорская сборная команды России. Победительницы турнира в категории юниорки, в групповых упражнениях, осваивают новые ритмы для них, на сей раз латиноамериканские. Самба.
Девочки прекрасно выступили на первом этапе, но меньше чем через неделю им предстоит выступить на втором в Израиле, в Холоне. Так что мы желаем им удачи, им и их наставницам, Инне Быстровой. Да, Инне Валентиновне, Антонине Ивановой. И Антонина Иванова. Им предстоит в мае месяце выступать на чемпионате Европы. Еще более ответственном старте. Так что силы и удачи. Да. Член сборной команды России Карина Катюхина, «Цыганский номер». Да, выбрала музыкальное сопровождение из известного фильма «Табор уходит в небо». Поскольку вы, Танюша, имеете непосредственное участие к составлению программы этого гала-концерта, скажите мне, что называется, не по приказу, а по движению души участницы здесь танцуют, да? Конечно. Причем мы планировали, в этом году запланировали с Ириной Александровной, со всеми тренерами нашей сборной, что у нас не будет старых номеров, мы покажем все только новые. И стали думать, что же мы хотим показать. И мы увидели то огромное количество людей, желающих показать себя, у них новые идеи. Мы постарались их все воплотить, в том числе школа Ольги Капрановой, которая... У нее есть своя школа. Да, в недавнем времени открылась. Вот так у нас уже признанные чемпионы, чемпионки воспитывают новых чемпионок. И вот сейчас нашему вниманию представлен номер «Белоснежка и гномики». Такой сказочный номер. И это все воспитанница Ольги Капрановой. Да, совершенно верно. Еще пока маленькие, юные, но будем надеяться, будущее наши надежды. Нашей гимнастики. We'll be right back.
и даже акробатический иной элемент. Ольга Добранова с большим волнением наблюдала за выступлением своих питомец, но улыбалась все время. Значит, наверное, они порадовали ее. Какой многочисленный номер. Потрясающе. Екатерина Сергеевна Сиротина, это постановщик, хореограф-постановщик нашей сборной, постаралась передать идею флешмоб. Это то, когда не так много гимнастики, но когда все дружно, сообща, хотят потанцевать. И вот мы видим в центре совсем юную гимнастку, которая как раз приглашает своих старших товарищей зажечь на этом празднике гимнастики. Даже на трибунах. Да, вот такой интересный номер. А сейчас... «Ночь на диско-горе». Очень странное название. Да. Некоторая интерпретация известного спектакля «Отца времени» Моисеева. Да. «Ночь на лысой горе». Но от художественной гимнастики. Сборная команда России в групповых упражнениях.
очаровательные ведьмочки по совместительству чемпионки Олимпиады в Лондоне. Внимание, олимпийские чемпионки Лондона. Анастасия Розенко, Анастасия Грисюк, Ксения Дудкина, Алина Макаренко, чемпионка юношеских олимпийских игр Ольга Ильина, чемпионка мира в командном зачете Анастасия Максимова. Вот они, наши герои. Как они выглядят в жизни. Это наши звезды. Звезды мировой художественной гимнастики. Это наши состоявшиеся звезды. Но у нас еще есть звездочка. И сейчас перед вами выступит одна звездочка. Но она как солнышко взошла с востока. Алина Колдорова. Активная воспитанница Центра олимпийской подготовки Аминочка Халдарова. Сколько ей лет? Будет 8, если я не ошибаюсь. С восточным номером. Ошибаюсь, в свое время Алина Кабаева выступала под эту фонограмму. Да, совершенно верно. Мы с Аминой думали, под какую музыку она бы хотела выступить. Наша, и она сказала, что именно под эту. И браво. Нашего турнира Гран-при Сильвия Митева. Сильвия Митева очень удачно выступила в Москве. Завоевала несколько медалей. Взрослая, состоявшаяся гимнастка, да, показывает настоящую женскую художественную гимнастику. Секретом оставалась тема ее показательного номера. Ну теперь-то ясно, что это любовь. Какая грация, какая женственность. Спасибо, Сильвия.
Юрия Синицына. За те этапы гран-при, которые были проведены, мы видим становление этой гимнастки. Какая маленькая она выступала, когда ей было 3 года, и какая она сейчас. Как танцовщица она, по-моему, состоялась давно уже. Даже больше. Уже чемпионка Европы среди юниорок. Юлия показывает нам танец под знаменитую музыку из кинофильма «Бурлеск». Невероятной харизмой. Браво, Юлия. Прекрасный номер. Юлия Синицына. Золотая наша девочка. Золотой ребенок. Победительница наших соревнований. Маргарита Мамон. Ну, наверное, иначе нельзя было выступать на соревнованиях, которые почтили своим присутствием и Алина Кабаева. Да, было столько наших. Ирина Чащина. Чемпионок, да, и Ульяна Донскова, Каролина Севастьянова, Юлия Барсукова. Евгения Канаева. Евгения Канаева. Так называлась эта композиция. Великолепное исполнение. Чемпионка мира в командном зачете. Серебряный призер чемпионата Европы Александра Меркулова. Ну и добавим, что серебряный призер этапа гран-при в Москве. Да, да, совершенно верно. Александра захотела повторить свою композицию с булавами. Наши композиции стали намного танцевальнее. Намного художественнее. Да, и мы видим сейчас, как зажигает Александра. Потрясающе.
Александра Меркулова. А сейчас встречайте чемпионка мира, Европы, олимпийская чемпионка 2012 года в Лондоне в групповых упражнениях, заслуженный мастер спорта Ульяна Донцова. Донского на нашем ковре. Олимпийская чемпионка. Это выступление лишний раз доказывает, что каждая участница группового упражнения представляет из себя яркую личность и вполне может выступать индивидуально. Да, я с вами соглашусь. У каждой внутри есть какие-то свои переживания, своя любовь. Как раз Ульяна хочет рассказать нам о какой-то своей истории. Сегодня посмотрели. Это не трагичная любовь, как у Сильвии Митя, а более нежная и возвышенная от Донсковой. Джузеппе Верди, опера Травиата. Вокальную партию исполняют солисты Большого театра, лауреаты международных конкурсов, лауреаты президентской премии молодых деятелей искусств, Венера Гимадина и Сергей Аршенко. Еще одно соприкосновение с балетом. На сей раз вокальное. Большим театром состоялась всеобщей радости. Сейчас мы слышим прекрасные голоса солистов. Можно не только слушать, но и любоваться. Под живой голос, вокальное исполнение. Травиата, Джузеппе Верди. Thank you.
и звезды нашей отечественной гимнастики. Елизавета Назаренкова. Диана Борисова. Дарья Сладковская. Дарья Сладковская. Сейчас наше внимание. Юлия Синицына. Чемпионка Европы среди юниорок. Яна Кудрявцева. Сейчас на ковре. Финалистка гран-при. Мария Титова. Наталья Булычева. Александра Верхолова. С неподражаемыми пируэтами. Чемпионка наших соревнований Маргарита Мамон. И, конечно, наши золотые девочки, сборная команда России в групповых упражнениях. Шестером. Как одна. Анастасия Близнюк. Ксения Дудкина, Анастасия Максимова, Анастасия Назаренко, Ольга Ильина. Браво! Великолепная идея, великолепное ее воплощение. Идея нашего главного тренера Ирины Александровны Винорусмановой, родившаяся практически в последний момент. Художественная гимнастика – это процесс, который постоянно меняется и развивается. И Россия – страна, которая сделала этот вид спорта своим символом. Мы гордимся своей историей, своими героями, но впереди новые старты, новый олимпийский цикл. Ведь время не стоит на месте. Время вперед! Ну и уже ставший традиционным номер, который завершает показательные выступления уже не первый год на московском этапе гран-при. Вдохновляющий, внушающий надежды. Ну а мы, дорогие друзья, поздравляем всех участников гран-при, участников и призеров. Желаем им успехов на поприще художественной гимнастики. Да, и новых красивых побед нашей сборной.
прощаемся с вами. С вами были Татьяна Горбунова и Елена Щербина. Любите гимнастику. До новых встреч с ней. Огромное спасибо. Всем удачи и побед. Всего доброго.